Всем привет, дорогие друзья! В данном видео я вам покажу, как Windows 7 настроить микрофон. Прежде чем приступить к действиям, вам нужно подключить наушники и микрофон. Затем мы переходим в меню «Пуск». Из меню «Пуск» мы переходим в панель управления. В открывшейся панели управления с правой стороны, сверху вот здесь, в выпадающем меню мы выбираем пункт под названием «Категория». Далее мы выбираем категорию под названием «Оборудование и звук». В открывшемся разделе мы выбираем пункт под названием «Звук». Перед нами открывается диалоговое окно. Здесь мы выбираем вкладку под названием «Запись». Во вкладке «Запись» мы выделяем сам микрофон и нажимаем на кнопку «Свойства», которая располагается с правой стороны внизу, вот здесь. Так, перед нами открывается очередное диалоговое окно. В этом диалоговом окне мы выбираем вкладку под названием «Прослушать». Так, а вот здесь я прошу вас проявить внимание, потому что вот здесь мы и будем настраивать наш микрофон. Нам нужно сейчас поставить галочку напротив надписи «Прослушать с данного устройства». Вот здесь вот. И нажать на кнопку «Применить». Теперь в наушниках мы услышим, с какой чувствительностью микрофон воспринимает звук. То есть, нажав на кнопку «Применить», когда мы будем что-нибудь говорить, что-нибудь произносить в микрофон, мы все это будем прекрасно слушать в наушниках. Далее нам осталось лишь только перейти во вкладку «Уровни» и вот здесь вот настроить чувствительность микрофона нужным для нас образом. То есть мы можем выбрать чувствительность больше, меньше. Когда определимся с нашим выбором, нам нужно обратно перейти во вкладку «Прослушать», снять обязательно галочку и нажать на кнопку «Ок». Все, после этого вы настроите чувствительность микрофона нужным для вас образом. Спасибо за внимание. До новых встреч!